Всем привет! Вы на канале Семья Булатовых. Да! И сегодня мы вам покажем рецепт приготовления печенья из моркови. Для его приготовления нам понадобится мука, морковь, сливочное масло, сахар, ванильный сахар, это для того, чтобы вкус придать, пудра, и потом печенье мы посыпаем, и разрыхлитель. Первое, с чего мы начнем, мы масло разотрем в тарелке с сахаром. Масло у нас комнатной температуры уже. Мы сейчас его растираем с сахаром. Молодец, Артем. Добавляем ванильный сахар. Чайную ложечку достаточно. Вот, перемешали. Так, теперь мы туда складываем морковь. Мы морковку натерли на мелкой терке. Кому как нравится, кто хотите, можете натереть на терке морковки. Теперь это все нам нужно перемешать. Вот мы уже все перемешали морковку, у нас стала однородная консистенция. Теперь мы туда добавляем муку. Муку грамм 300-350. Мамочка, вступаем. Так, далее мы туда высыпаем разрыхлитель. Тоже тут, наверное, грамм 15 в этом пакетике достаточно. И теперь мы это все снова перемешиваем. После того, когда вы полностью все перемешали, теперь можно будет лепить сами печеньки. Как угодно. Можете шариками, можете использовать для этого формочки, как вам угодно. Мы будем просто лепить кругляшочки. Берем противень, предварительно смазали его маслом. Или пергаментную бумагу можете постелить, кто как хотите. Давай, Артём. Бери кругляшочки, лепи печененьки. Вот, папа, смотри, как делают. Небольшой формочки. Зачем тебе? Вот такие у нас печеньки получаются. Смотри, как. Вот так вот у нас получилось. И теперь мы убираем всю эту духовку на 15-20 минут. Градусов 180-200 достаточно. Спустя 20 минут наши печенье испеклись. Как, Артемка, нравится печенье? Вкусненько получилось? Вкусно получилось? Я уже попробовал, не удержался. Действительно вкусное печенье получается. Очень мягкие и очень сладкие. Вкусненькие, обязательно попробуйте, не пожалеете. Да, обязательно попробуйте такой рецепт. Поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал. Смотрите наше новое видео. Пока! Пока!